Друзі, треба виходити з машини. Ми приїхали з Нікою до крутого магазину. Дуже крутого магазину. Це епіцентр. Ось я вам покажу. Дивіться. Це наш здоровецький магазин. Я вже переодівся, одів шорти. Бо дуже жарко. І ми йдемо зараз з Нікою. Подивимося, що є в цьому магазині. В цьому магазині я не знаю, скільки треба ходити, щоб все подивитися. Пішли. Іде не сюди? Ні, сюди. Що нам туди йти? Вона мені позвонить. Так що... Да. Алло? Давай, Боже, наберу, бо я в Черкасах, ми з Нікою в епіцентрі. Давай, добре. Брелок нема, то ти буде пушити? Мені не брелок треба, мені треба пахучка. Я хочу класну пахучку купити. Машина? Да, так, да. Це автомобільне відділ. І треба десь дивитися. Я пам'ятаю, десь воно тут було. Ось типа тут, короче. Поняла, запахом парфума є. Аріон з запахом, короче, парфума. Це такий розовий. Ні. Чорний хочеш? Перлес. О, парфум, так это як. Непонятно. Я ж теж не можу поняти. От як определить? Скільки він коштує? Я бачив у хлопця в Сіві дуже, дуже смачно. Та я ж дивлюсь, що так. Да. От, наверное, 69, наверное, вот. Так, по 69. Що ще подивимось? Хороше. Колеса. Ні, мені колеса не треба, наші мені колеса. Давай, очки. Можемо взяти... І ти хочеш купити окуляри? Ні, ти захочеш мені купити. Я? А у тебе є очки, алло? Так, у мене є. Диви, а якщо я буду в таких ось? Ні? Ну, теж неплохо. Тоже... Только вони немного ниже надіваються. Ну, десь так, да. Прикинь? Они вот так прям сильно... Я кіт Базиліо. Да. Похож, кстати. Да? Да. Похож. Поміряю такі очки, поміряю такі очки, усі поліцейські. Ну, они так не надеваются. Не, ну нормально. Фиде. Они очень большие, у меня личико маленькое. А мне нравится. Мне нравится. Оп. Ника, диви. Не. Чего? Красиво этот. Не? А ну покажи. О, тебе прикольно. А ну покажись на мене. Та подивись на мене. Прикольно, тільки оцю сторону нагнути треба. Прикольно, мені нравляться, якщо чесно. Взагалі офігенно. Ну, а то под какой-то спортик їх носить. Та взагалі класно, мені дуже нравляться, я отвечаю. Да? Угу. Прикольно тобі. Как на короне. У мене треба какие-то вот такие маленькие. У мене жилищко маленькое. Не знаю, ті очки, що ти поміряла, дуже круті, я не знаю. Да. Ты хочешь, чтобы я была как ты? Ну так, блин, знаешь, как тебе прикольно? Ну они типа не под все, они ну, не знаю, мне подобаются, они реально крутые. Подобаются? Да. Если мне идет, ты хочешь сказать? Да. Покажись. Покажись. Ну, какая-то как муха. Ну чё? Та подивись, що ти, блін, дивися в потолок. О, ти теж класний. Ну, какие-то большие. Я тебе говорю, круті, блін. Ці теж класні, мені подобається, фіг його знаю. Так, я хочу щось таке красиве, посмотри. Тобі ж подобаються вазочки, да? Так. Ой, ти любиш вазочки. Я коли куплю вазочку, у мене... О, а це... Україна. Вазочки дорожі, що я навіть не знаю. Угу, ну красиві, да? Красиві. Під білу кімнату розові, блин, вазочки. Воно дуже красиві. Які вазочки, шикарно. Ой, я люблю. Дуже вот это очень красиво.
такая интересная очень. Мне тоже нравится. Может, куплю вазу, и Женя будет почаще дарить цветы. Вау! Смотри, какая классная штучка. Да, кстати, красиво. 30 гривен. Чуть, мы же возьмем на кухню, а? Попытаем, по 30 гривен. Может, возьмем на кухню? Да, классно. Да? Давай. Давай. Давай купим, вообще класс. По 30 гривен, да? Ну. Ну, дуже класно. Ну, красивая, да? Дуже классно. Ребенка так приносишь. Скажи красиво, вообще. Ага. Красиво. Мне тоже подобається. Сюди подивись. Ты же белая. Не, пішли покажу. Давайте. Картины какие. Вау, я не видела. Русский военный корабль, иди нахуй, прикинь. Да. А это ты представляешь? Да. Да, це все український символ. Все, прикинь. В русский военный корабль. Прикинь, як ідея круто. Да? Ти бачиш, вже даже в продажу йди нахуй. Я первый раз такое вижу. Прикольно. У меня нету столько... А вот это? У тебе взагалі щось є золото? Чи не чи не чи? Є? Мама не придана. Ні, в натурі. В тебе є щось золото? В натурі, да. А що в тебе є? Ну що? Мама там всякі мені колечки передавала. А сережки є? Цепочки? Цепочки. С детства, наверное, сережки. А цепочка есть золота? Ну, в которой меня крестили, цепочка золотая и сережки золотые. Прикольно. Да? Да, смотри. Дуже круто. Мне тоже нравится. Классно, да? Классно. Кличка? Цвет красивый, дуже гармоничный. Красивый, серый, да. Такой прям. Свечка, смотри. Ребята, как вы думаете, что это? Ты же сказала, что это. Ну, блин, точно. Это не киндер сюрприз. Это свечка. Первый раз. Свечка. И романтичный свеч. Да. Дві, які красиві. Вау. Не хочеш на свічку купити? Дуже красиві. Ні? Вот такое, смотри. Маленькі. Була б джакузі. Ферума? Ай-яй-яй-яй. Это не з ферумоном? Угу. Дві, які класні. Вони ж відкриваються. Купай мені пузик. Ніка. Сюди Льоліка можна запихнути. Дивись, як класно. Якщо він буде слухатися, ми його сюди будемо запихнути. Да? Или ось сюди плітку, ми будемо йому відкривати. Ти що? Що ти таке з моїм сином, блін, зібралась робити? Пішли, пішли. Ти така. Ти так от у нашій Маша і Медведі, бля. Так у мене ж ти така вредна дівчинка, що. Посуда, пошли посмотрим посуду. Ні, посуда пошла, я тебе в друге місце поведу. Какое? Пішли. А ну, ми зараз будемо з тобою шифруватися. Я собі вибираю от таку ось шляпу, а ти вибирай собі якусь, яку ти хочеш. І ми будемо. Дивись, які ми з тобою. А ну, вибирай, яку ти думаєш. Давай білу, не хочу таку. Білу давай. На. І треба зробити, коротше, якийсь селфі. Так? Було б сяти чудово. Та ну. Ні, тобі треба не таку, тобі треба не білу. Мені треба шляпу, от. Во, о, давай, давай. Вау, я тобі кажу. Ти вообще чика-бомбоня. Диви, яка. Ну-ка. Да, чуєш, тобі так круто. Ще піпець. Блін, якщо б мені ще якусь шляпу, то ми були б з тобою, диви, диви. Вау, Люба, ми такі з тобою гарні. Можна через Дніпро переплити куди-то на Мальдіви. Так. Да. Дефеті май бейбі. Дефеті май бейбі. Я хочу какой-то контейнерончик найти. Маленький. На рождение. Какой-то... Боже, які маленькі. Смотри, які ножки. Ножки у Антошки. Ножки у Антошки. Клас. Смотри, какие маленькі. Это, наверное, костюмчики на... Ні, це більші костюмчики. Вот, смотри. Да, це вже... Ух ти! Ну, та ні, це вже ти що, це такий вже козак будеш у мать-мені. Вибір, да, дуже ну, багато. Ну, це таке дорога багато, бородка якась. Оце? Ага. Ось це, да. Всяке для каких-то королей. Ага. Похоже. Вау. Смотри, какая она здоровая. Ого, какой длинный. Ну да, это мне хорошо, сейчас беременна я так. Кстати, да, обняла и спать лягла. Прикинь. Женя. А. Твою мать, а де сеточка? Яка? Яка? Я забув її. Женя. Ё-моё, я забув ту штуку, блин. Пипец. А чё ты его стал? Давай. О, да ты шо.
Все, туди лежи, лежи на пакувальну зону. Опа, все. Що дальше? Сплатити. А ми сканували. Ну вот, сплати. Давай, нажимай сплатити. Я боюсь. Нажимай. Раз. О, Боже, да. Как хорошо, спасибо. Жень, класс. Ну, сейчас, чекаем чек. О, давай, чек выискай, бери. Все. Вау. Да что? Мы теперь умеем пользоваться. Забирай очки свои, я тебя поздравляю. Не, а я десь повешу там сзади в салоне. Так, аккуратно бегай, блин. Это дитина, блин. Сама дитина и дитину носишь. У тебя трусики видно. Я шучу. Какого цвета? Розовый. Нет, нет. Присосалась, бля. Так, давай, не закрывай, я тоже хочу. На. А чем? Это чем-то отличается от колы или это типа. Это херня какая-то. А мне похоже. Mm-hmm. Тебе не похоже на кока-колу? Отрава. А шо ж ты такое покупаешь? Холодно. Ну что, куда вешаем? Ребят, взял. Знаете, как я хитро сделал? Я взял, отошел в магазин. А кстати, я действительно не понимаю, как можно понять запах, если оно запаковано. Ну, ты бачила, как я сработал? Я так взял, надервал зубами и понюхал. Ну я все равно ее закуплял, правильно? Ну да. Так что, добью. А если бы тебе не понравилось? Ты шел бы там, положил. Ну как? Запах интересный. И куда же его? Понюхай. Ну, чем-то лимончиком пахнет, да? Угу, ну, мне нравится. Парфум. Это куда его? А может его просто тут попасть? Нет, ну надо повесить его. Ну куда его повесить? А вот так оно не повесится к перчаткам? Давай, надо ж наоборот. Разматывай. Я не понимаю, оно разматывается? Да. Угу. Клас, да? Ага, свіжу. Женщина кошка. Друзі, ви усі хотіли Ніку побачити. Ось дивіться. Я, у вас є такий шанс, і ви зараз усі побачите. Тільки. Та покажись. Ти все одно в очках, тебе ніхто не бачить. Це? Ні, тобі красиво дуже. Да? Да, реально. Ну подивись. А ти говорив, що херня. Ні, красиво. Ну реально красиво. Ну мені подобається, вони такі кошачі. Зараз ще ячки один. Оп. У тебя старые, у меня новые. Ну и что, так что давай, мы с тобой теперь два. Не захотел брать кота Леопольда? А, не кота, а Базилио. Мы теперь разом с тобой. Очкастые. 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 Прикинь, как круто. Очкарики. Очкарики. Ну мне нравятся, они красивые, черненькие. Да? Мне какая-то прикольно. Кошечка. И ты в очках, и я в очках. Что мы такие крути типа с тобой? Типа. Тебе еще татуировки набыть, поняла? И ты будешь в татушках, я буду. Золотые купола или какие? Да, золотые купола. А купола, душу они же на спине обычно, да? Купола? Угу. На груди. На спине, груди? На спине, на груди а можно. На спине. Да не, не только на спине, можно везде набыть купола. Блин, херово видно вообще. Все, ребята, мы проехали. Сейчас я вам... Убрали. А, убрали, да? Да. Пипец, прям. Вот это какие? Какой-то урод, короче, чтобы вы понимали. Взял вот тут нахер, насрав, блин. И туалетной бумагой вытер свою сраку, блин. Так это вообще была бумага. И выкинув там бумагу. Тут такая вонь была, блин, пипец. Я просто не хотел вам уже так, снимать. Так видишь, бумага даже у человека была. А сходить, ты прикинь? Сходить в туалет не было? Цены были дома. Если б я выходил, я бы убил бы вот той говни у дома, блин. Вот тут было, наверное. А не страшно было, что кто-то двери открыл? А ключи мы не тут торчали. Что? Выгонять корову-муху. Ну, муху, так я корову. Тут при чем? И я убила муху-корову и убила еще одну обычную муху. Угу. Я не знаю, как ты их умудрился подопускать, но они... Как мы сейчас зараз с тобой будем это все... Ой, ты диви, как классно! Надо было еще одну. Да? Красиво. Да, я себя просила. Дуже красиво. Дуже красиво. Идет, да? Дуже. Нам дуже классно. Нравится. А ты сок привезла? Да я много чего привезла. Я не знаю, твои батьки це якесь золото, честно. Дуже дякую, блин.
Смотри. Це ж треба так, оце вони умнички, просто так підсуетися. Так, оцю плітку кабіні матері, це ти мені тут капкани нахер ставиш. Да. Я сейчас уберу. Смотри, сколько сахара. Да, дуже багато. Это мама бананы обратно, которые я нашу. Блин, купив бананы, прикиньте, Нікіна мама взяла их, всунула, заховала, чтобы я не побачив, короче, передала. О, варенье я люблю. Яблочные, абрикосы. Вы уже не любите яблочные. Боже, сколько у нас тут все, все есть. Це ми вже положили третю частину, наверное, все до морозильника. Кстати, все, що... А ми ж вже показували, да. Все. Вот. Одна, вторая. Ты чуешь, мы не попадем с тобой. Да. И третья. Чушь, как ты шо? Это настолько... А вот, смотри, яиц! О-о-о-о, ё-моё! Женя просто любит жареные яйца. Ой, это ж оливье? Это какие? Это кто её робил? Мама твоя робила? Это мама, да. Да? Да. А ну, только не выкинь. Вау, смотри, как его много, как мы... Я сейчас хочу есть. Сейчас мы разберем с тобой пакеты, а это... Это йогурт? Женя, йогуртовая жилья. Кто робил? Мама. О, спасибо, велике. Вообще класс. Мама. Колбаса, дивлюсь. А это... А что за такое? Это мясо, я знаю. Это то, что тебе понравится. Это, наверное, мясо. Боже, сколько я коштів на это все потратил? Боже, даже моя люба кукуруза. Вот это, не, вот это не трогать, это я буду паштет делать. Это по-любому папа твой купил? Чи нет? Папа, да. Да? Да. Смотри, это мясо. Ё-моё. Это свинка. Боже мой. Будет очень-очень. Колбаска. А вот, кстати, это салат ты покупал. Капуста тебе на салат. Ты, хозяйка. Это на сахар? Ну, прикольно, беленький. Это, ну, конечно, это тот стаканчик, который мы тут... Мерный? Опа. Да. А это на соль. Теперь у нас есть ой, на соль. Ой, класс. И можно ложечкой сыпать? Да, смотри. Класс. Классная штучка. Это на соль и на сахар. Чики-бомбони. Ого, сколько. Это бумага. Макароны всякие, ё-моё. Макароны. Ого. Такие. Боже, нахуй вони там скільки всіх покупляли. Такі. У нас ще тут макароні, знаєш, скільки? Ну хорошо, лише. Це помідори? Так, да, це не салат. А наші ти сумки якісь понабирали? Ну, сумочка. О, кофе. Кофе взяла. Клас. Ще молоко купити? Ти будеш пити? Кофе з молоком можна. Вот такі, это... Боже, косметика, ти що, краситься будеш? Это, ну я взяла, а що воно? О, ти можеш, треба потім якесь відео віддельно зняти, що ти, якою косметикою ти пользуєш. Смотри, ти не видел, зараз я тебе покажу. Зараз, у мене тут... А, це все масочки, которые... Смотри, сколько у мене масочек. Боже, сюди. Ми будемо з тобою мазатися глиною. Какое-то сделаем видео, видишь, тут какие хочешь, и с енотиком. Да, так, конечно. Это мой саквояж. Класс, будем с тобой делать маски, да? Да. Это я взяла все маски. Ё-моё. Ё-моё. Так, макароны. Зачем так много? А, это ж хорошо, что много. Это макароны, давай смотри дальше. Ты что, еще какую-то куртку брала, чи что? Ого. Нет, это не куртка, это вещи мои. Ого. Пожалуй, встали. Да. Сейчас будем ставить. Любого на целый ящик. Да, так хорошо. А это покупничий домашний с дачи? Это покупничий. У вас на даче ничего, да, нарастает? Вы не высаживаете? Нет, мама устает очень. Это я думаю, вам бы поросенка туда завести, знаешь, такого. А мама не смогла бы его убить. Они не хотят животных, потому что... Убивать, да, не хотят? Ну, не хотят, нет. Блин, я тоже не могу... У них были гуси. И они так гуси полюбили. Я тоже не могу убить, блин, не знаю. Яблочки, смотри, сколько яблочек. Это, кстати, ого, очень вкусные яблоки. Нычка, если у нас закончится печенье с конфетами. Я же, кстати, давно солодочек не ел вообще. Это ж сумочка малая. Еще картошка. Картошка лишней не бывает.